естественно, как бы основной закон направлен на улучшение жизни граждан. И если мы будем касаться именно тех вопросов, которые связаны с охраной окружающей среды, с экологическим воспитанием, это поправки в статью 114, которая меняет правительство обязанность обеспечить сохранить ту уникальную природную среду, в которой мы живем, то многообразие живых объектов и экосистем, усилить меры по снижению негативного воздействия. В целом, как бы, для чего это делается? Для того, чтобы сохранить то природное богатство, которое есть в нашей стране, для наших потомков.